Встречайте участников шестираундного поединка в полулегком весе. В синюю углу ринга из России Сергей Дудинский. Красный угол ринга из России Анис участников шестираундного поединка в полулегком весе. В синем углу ринга боксеру 28 лет, его вес 57 килограммов 600 граммов. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы, обе победы нокаутом. Из России Сергей Дудинский. Красного угла ринга. Боксеру 19 лет, его вес 52 килограмма 250 граммов. На профессиональном ринге провел один бой и одержал досрочную победу. Из России Анис Чилаев. Рефери в ринге Александр Калинкин. Готовы, красный? Не готовы? Можно? Бак! Спокойно.
Секунданты. Второй раунд. Первый.
еще левая рука. Вот голова ушла. Брек! Стоп! Команда брек. Пап! Четвертый раунд. Право, лево, 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 л
Пятый раунд. Добрый день,
Вышел до антенны. У меня два в сумке есть. Давайте возьмите. Финальный шестой раунд. Вот, вот, вот это делать. Вот голова, посаживайся на ногах. Итак, дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей одержал победу и остался непобежденным Анис Чиж!